Всем привет! Надеюсь, на этот раз эфир не сорвется, потому что что-то происходит иногда, и хорошие эфиры слетают, я не могу их сохранить. Всем привет! Хочу с вами пообщаться, хорошее настроение. Маюша собирается на квест, я буду ехать к стоматологу, немножко сделаем чисточку, там чуть подлечим туда-сюда. В общем, только что пришли к тому, что, оказывается, водолеи все боятся замкнутого пространства. То есть Маюша идет с Лизой Трендофилиди на квест, и она тоже водолея, она тоже боится замкнутого пространства, как я. А Майя телец, и она говорит, тельцы все боятся высоты. Они типа все типа земные, приземленные, типа боятся высоты. Неужели такое есть? Я вот удивляюсь, что неужели столько как бы объединяет знаки зодиака. Прям интересно. У меня, вот смотри, я сейчас тебе расскажу. Это реально прикольная тема. Я уже рассказал. Да, я понимаю, что ты рассказал. Смотрите, я просто расскажу. У меня есть такая тема, что я не могу не контролировать ситуацию. То есть, если водолей может себе сесть спокойно и думать, сейчас все само как-нибудь разрешится. Я человек, который вообще сядет и скажет, сейчас я все решу. Я сейчас вот пойду все решать моментально. В общем, да, на самом деле интересный момент. Есть! Да, да, интересный момент, что получается многое объединяет знаки зодиака. Вообще водолеи — это интересный знак зодиака. Они все какие-то разные, но что-то объединяет, типа какое-то творчество, вот, свободолюбивые они, вот такие креативные. И вот. Очень холодные. Все водолеи холодные. Мы горячие. Нет, мы горячие. Нет, горячие. У меня есть такая тема, что я люблю свободу в том плане, что мне нужно свое пространство. У меня даже отдельная гардеробная. Я Майе говорю, это моя гардеробная, туда вообще не заходи. То есть я не люблю, когда там мои вещи кто-то трогает, там, не знаю, мама, Майя, еще кто-то. То есть я люблю, чтобы у меня была отдельная там кружка, отдельная чай, там, тарелка. То есть, не знаю, ну как-то вот с самого детства так. Но, возможно, это как раз-таки знаки зодиака, это все и объединяет. Привет, привет, друзья. Дела супер, все хорошо. Сегодня потренировались. Погодка немножко, конечно, подиспортилась, но ничего страшного. Вообще настроение крутое, заряд крутой. Всем тоже вам желаю зарядиться мотивацией. Кто еще не перешел на правильное питание, здоровый образ жизни, вам советую переходить, чувствовать себя хорошо, наслаждаться своим телом и вообще, чтобы все было прекрасно. Поэтому всем вам этого желаю. Я точно водолей, точно. Это воспитание еще. Не, я согласен, что, конечно, 12 разных знаков зодиака, это не означает, что тысячи, миллионы людей, вот они все одинаковые. То есть что-то общее, какие-то общие там моменты характера. Это, конечно, есть. У нас, друзья, не поднялась цена на книгу, просто уже продажи закрыты. Продажи книги закрыты. Вот так. Она была у нас продажа 5 дней. Все, кто хотели, все приобрели. Поэтому как-то так. Все довольны, тренируются, мне пишут о своем результате. Пишут, что уже кто-то там минус 3 килограмма, минус 4 скинул. Говорят, что классные тренировки, классные комплексы. Я реально старался, все эти упражнения сам на себе проверял. И прям круто. Очень приятно, что мы с мамой работали не зря и есть результат. Вот. Вот такие дела. А! Это относится на самом деле больше даже, знаешь, к чему? Ну, типа, есть земные знаки, есть... Почему я так быстро закончил продажи книги? Ну, как быстро? То есть 5 дней продаж. Мне кажется, что за это время те, кто реально себе ставили цель приобрести, те приобретут. Есть люди, которые просто не смогли там по своим возможностям, мне они писали. То есть, если вдруг у вас есть какая-то причина, там у вас что-то не получилось, вы можете, конечно, мне написать в личные сообщения, кто хочет еще приобрести книгу. Напишите, пожалуйста. То есть сейчас многие, конечно, пишут, но я не знаю, может быть, я еще насчет этого подумаю. То есть, если реально будет много желающих, может быть, сделаем один день там до продаж. Просто реально почему-то за 5 дней, это такой большой срок, не все, видно, успели приобрести. А может, кто-то просто не надумал, потому что я делал опрос, и был такой опрос, типа, я приобрел книгу, хочу, я приобрел, не приобрел, и хочу, но что-то останавливает. И ответов, я хочу, и что-то останавливает, было очень много. Я некоторым людям написал, поинтересовался, просто я, когда есть возможность, я всегда с радостью общаюсь, переписываюсь. Вот, и мне сказали, что у некоторых нет времени, и некоторые не уверены в своих силах. То есть, вот, к сожалению, есть кто-то, кто в момент, там, когда продажи книги,
были, кстати, не просто книга, это фитнес-книга с видеоуроками. То есть видеоуроки достаточно такие интересные. Обычно за эти деньги вообще да. просто чек-листы. Да, обычно за эти деньги просто, просто обычная, да, как бы книга, а тут еще видеоуроки. То есть мы постарались сделать максимально доступной ценой для каждого. И, в общем, сейчас многие те, кто, видно, сомневались во время продаж, сейчас многие пишут и хотят приобрести фитнес-книгу. Поэтому, возможно, если желающих будет реально много, может быть, сделаем день до продаж. Вот. Насчет ипотеки думаем. Реально сейчас очень много людей, кто берут ипотеку. Видно, хорошие условия. Поэтому реально, вот я вчера сториз записывал, насчет этого думаю. У Майи есть водительские права? Пока нет. Но я ж вот ее обучаю, помогаю обучить. И поэтому скоро, скоро, возможно, появится. Купим Майе машинку какую-то интересную, маленькую. Для начала. Но вот прям Майя создана для вождения. Вот прям создана, прям вижу. Будут ли дополнительные уроки на Телеграме? Дополнительных нет. Там у меня заснято 11 видеоуроков. Вакуум, для чего, как правильно делать разные упражнения на пресс, кардио, гимнастика, разминка, заминка, всякие комплексы с бутылками, с резинками, со своим весом, на ножки, на тело. То есть там достаточно, в принципе, 11 видеоуроков. Вполне, вполне. Вот. Так, какие еще вопросы? Лёшка, сварил очень вкусный компот. Говорит, что я сварил очень вкусный компот. Но мы сделали компот из сухих фруктов. Да. Полстакана наливаешь оттуда, полстакана воды. Да ладно. Насыщенный. Да, получился супер насыщенный. Супер насыщенный. Вот этот рецепт, который в сторисе снимал у Звара, Майя говорит, насыщенный получился. То есть, по сути, я, кстати, удивился, что да, полкилограмма сухофруктов, они прям набухли, и получается даже много. То есть можно ну, меньше полкилограмма. Да. Вот я тебе так скажу, я налила вот столько, смотри, оттуда из кастрюли. Ага. Остальное воды, и он прям густой, я его пью, он густой. Вот, что лучше кушать на завтрак, вот в фитнес-книге вот, очень много информации на эту тему давал. Ну, из такого, что прям быстро вам сказать, не знаю, можно делать белковые омлеты, очень круто. Но главное, не в больших количествах яйца, потому что, ну, все по-разному, как бы, ну, короче, для каждого организма яйца это по-разному. Кто-то может их кушать, там, не знаю, по 10-15, а кому-то много нельзя. Поэтому рекомендую не в больших количествах, особенно белочек хорошо, овсяная каша с фрукточками вообще круто, много разных ПП-десертов. То есть, по сути, можно завтракать очень вкусно, разнообразно и как бы, не ущемлять себя в чем-то. Вот, еще рекомендую для тех, кто любит кофе. Кофе вообще задерживает воду. И кофе как бы нежелательно, особенно многие еще любят там с сахаром или с какими-то сиропами. Крутая альтернатива, крутая. Я сам любитель в прошлом кофе. На проекте я часто его пил, потому что как-то не высыпался, график такой был. Альтернатива крутая кофе, горький шоколад. Прям горький. Можете по содержанию посмотреть, чтобы он не содержал сахара, чтобы на натуральный шоколад. Он не вредит, он не особо калорийный и он даже полезный. То есть именно горький, без содержания сахара. Просто с молоком. Я вообще пью миндальное молоко. То есть я от лактозы, от лактозы отказался. Сейчас я пью миндальное молоко. Суть в чем, что вот молочко и шоколад горький вообще бодрит просто. Я вам говорю, реально дает энергию лучше, чем кофе. И полезнее гораздо. Леш, только скажи, что если проблем с давлением нет. Да, ну смотрите, это вообще в целом, то есть мне некоторые пишут, а вот как, если там у меня там проблема с чем-то? Всю информацию, которую я говорю, это информация в целом для, когда ты себя чувствуешь хорошо. Если у каждого есть какие-то индивидуальные проблемы, я не знаю, там, с желудком, еще с чем-то, это уже как бы нужно индивидуально подходить, это уже там проконсультироваться с врачом вообще желательно, сдать анализы. То есть всю информацию, которую я говорю в общем, если вы себя хорошо чувствуете, у вас все в порядке. Потому что я рекомендую, допустим, на голодный желудок до утром, как вы просыпаетесь, делать вакуум и после вакуума выпивать стаканчик водички с лимоном. Вакуум помогает хорошо подтянуть мышцы с живота, вы тренируете внутреннюю поперечную мышцу живота, и таким образом он вас не выпирает. То есть он вас всегда как бы держится, это на талии очень хорошо. Но если есть какие-то проблемы со здоровьем, конечно же, там, если у вас с желудком что-то, или там какие-то, не знаю, женские дни, там, беременность, то есть это должны вы сами понимать, конечно, нельзя, то есть это очевидно. Также там воду на голодный желудок с лимоном пить, если у вас есть проблемы с желудком, конечно, это нельзя, то есть это очевидно, то есть каждый должен это понимать. Всю информацию, которую я говорю, когда у вас все хорошо, то есть физические упражнения, когда у вас все хорошо, если вас что-то беспокоит, я, конечно, не врач, здесь нужно уже обратиться к врачу и поинтересоваться, если прям есть какие-то проблемы, боли там, еще что-то. Вот. Так, выгоняем всяких дураков.
тем, кому не нравится эфир, можете не заходить. Что пьете в течение дня, что утоляет жажду? Минералку, газированная вода, друзья, тоже не очень хорошая. Это не то, что даже она там вредит вам, не знаю, для веса или еще что-то. Она в целом, газировка, она для вашего желудка не очень хорошо. Поэтому я рекомендую пить обычную чистую воду, и ее нужно пить в больших количествах. То есть можете почитать в интернете, обычная чистая вода. Там даже есть вот фитнес-книги, я специальные расчеты дал на каждый килограмм тела, сколько вы должны выпивать воды. Вот. Надо подождать. Я тоже купил книгу. Была заминка. Круто. Так, а это кто-то там с кем-то, наверное, да, переписывается. Что Майя делает? Майя собирается на квест. Я не бухаю. Я считаю, что можно позволить себе выпить, но это крайне редко. И точно не бухать и не набухиваться. То есть я это делаю очень-очень редко. Крепкие напитки вообще я не люблю. То есть можно там прям в крайне редких случаях, не знаю, там бокальчик пива или бокальчик вина. То есть алкоголь — это вообще плохо для печени, для вашего организма, для многого это плохо. Да, и еще он очень калорийный, особенно во время алкоголя вы начинаете еще кушать, подъедать всякую ерунду. Поэтому не рекомендую. Почему ты не мой муж? Вот такая судьба. Вы можете найти своего человека, который будет в разы больше вам подходить. Вот. У каждого, каждый находит своего. Боишься стоматологов? Нет. Нет. Вот я езжу к стоматологу. У меня своя клиника. Ну, как своя? То есть постоянная клиника. Мне очень нравится. Я даже сплю. Вы представляете, когда мне делают зубы, я просто засыпаю. И мне ставят специальную такую штуку, чтобы челюсть не закрывалась. И все, мне делают зубы, я прям отрубаюсь. Проект не смотрим. Нет, редко. Почему Майя на квест одна, а ты куда с парнями опять? Вот это же вот женщина одна есть очень интересная. Вам прям лишь бы что-то придумать. Я еду к стоматологу, я об этом говорил. Я еду к стоматологу, Майя едет с девочкой, с Лизой, Дрингофилиди на квест. И если даже мальчик собирается с мальчиками, девочка с девочками, это мне ничего так плохого. А вчера Майя приехала к нам в боулинг, мы вместе играли. Поэтому, вот, уважаемая женщина, будете придумывать, придется вас заблокировать. Я просто не люблю таких, кто там все что-то придумывает, какой-то раздор пытается внести. Вот. Почему Селена не довольна выпиской? Почему? Ну, там немножко не получилось там, с красивыми фотографиями, там, с красивым видео. Ну, как бы, есть еще, наверное, такой период, когда только, ну, после родов, может, эмоционально еще нужно восстановиться, но как бы какие-то такие мелочи могут выводить из равновесия. Плюс еще у нее там есть своя сложность, но об этом уже это лично я не буду говорить. Ну, так основное, что, может, ей хотелось более красивую там выписку, вот как-то так. Ну, а в целом было вообще все круто, то есть, не знаю, шарики, покушать, все классно, все позитивные, Селена довольная, то есть мне в целом все понравилось. Вот, так, погода как у нас дождик. Пошел, ну, было жарко, поэтому дождем, все хорошо. Где ссылка на книгу? Хочу приобрести книгу. Вот я про это тоже говорил, о том, что мы уже закрыли продажи, продажи были 5 дней. Если много будет желающих, можете вообще написать мне в личные сообщения. Если будет много желающих, мы, может быть, еще на один день сделаем допродажу. Просто реально 5 дней как бы был такой большой срок. Ну, мне казалось, те, кто хотели приобрести, купили, но видно, сейчас многие, кто еще решается. С Ромой общаемся, да, видимся просто достаточно редко. Блин, у тебя есть недостатки? Слушайте, у каждого человека есть свои недостатки, поэтому это Раиса уже заманила, да, кого-то она там достала. Не будем возвращаться на проект, нет. На проекте мы, друзья, уже свою миссию выполнили, мы нашли друг друга, сыграли свадьбу, все было круто. Проект всегда вспоминаем с хорошими мыслями, но как участники мы уже там были 4 года. Поэтому так. Некоторые тренера говорят, что вакуум бесполезная вещь, в плане только укрепляет мышцы живота, но не подтягивает. На себе проверял, я не знаю, кто там что говорит, мне помогло. Многие спортсмены это делают. Арнольд Шварценеггер это делал и выигрывал Мистер Олимпия, у него была шикарная талия. Поэтому не знаю, лично мне, я сужу так, я всегда на себе что-то испытываю, я не могу говорить за всех, мне помогает, как бы много есть информации про вакуум. Если делать правильно, я считаю, что результат будет. Вот. Пью норму воды, а живот огромный становится. Ну, может, не за раз попробуйте выпивать большое количество воды. Может, понемножку в течение дня. Какой серьезный. Да, очень серьезный. Очень серьезный.
И можно иногда расслабиться и раз в неделю позволить себе, что хочешь съесть. Но это называется читмил, я тоже посвятил фитнес-книге отдельный блок этому. Ну, лично я считаю, и в принципе это доказано многими, что особо это бесполезно, а даже вред. Потому что это такой стресс для организма, когда вы вроде бы питаетесь правильно, и тут вы такой день разгрузочный, типа кушайте все, что хотите. То есть это, я считаю, что это минус, и это плохо. Нужно если вы хотите... В Лешиной книге написано, там, как так питаться, чтобы не хотелось даже... Вот Маюша молодец, такая где-то там сзади стоит, как будто ее кто-то слышит. В общем, смотрите, читмил, если вы хотите что-то, прям очень хотите что-то скушать вредненько, вот, ну, не нужно доводить себя до истерики, до слез. Вот хотите скушать, съешьте. Я вообще против того, когда вы себя заставляете, и вы становитесь злые, раздраженные. Скушайте, что вам хочется, не в больших количествах, чтобы вы потом не срывались и не закончили вообще ваше правильное питание. Поэтому, как бы, вообще на него надо переходить постепенно. Хотите что-то съесть, какую-то гадость, ешьте. Главное, не срывайтесь, и главное, чуть-чуть. Ну, то есть, ну, а если можно воздержаться, то лучше воздержитесь. Вот, так. У меня так вчера было. Слышишь, реально, у меня вчера так было. Я вчера, короче, прям меня трясет. Я хочу круассан. И я говорю Ксюше, говорю, Ксюш, хочу круассан. А потом стою такая и думаю, блин, а я на самом-то деле не хочу. Я просто его увидела, а на самом деле мне его не хочется. Вот, это психология. А сколько людей купило книгу? Большое количество, и я этому рад. Это очень круто. Очень круто, и многие люди мне пишут, что рады, довольны, и это безумно приятно. Почему не бритый? Почему в кепке? Почему не бритый? А почему нет бороды? А почему волосы короткие? Почему ты не хотел? Вот так, как мне хочется, так я хожу. Это щетина называется. То есть я ухоженная, аккуратненькая щетина, не хожу заросший. То есть как-то так. Когда в Дагестан приедете? Ну, мне бы хотелось вообще по всему миру попутешествовать и обязательно в Дагестан заехать, в разные другие страны, но как будет возможность, обязательно, может быть, заеду. Так, опа, ого, вопросов много, друзья, извините, если не могу всем ответить. Так. Друзья, извините, если кому-то не отвечать, кто начинает злиться. Не собирайтесь купить свою квартиру. Мысли, конечно, в планах есть. Своя квартира, свой дом, это вообще круто. Я вообще за частный дом, и в частном доме жить шикарно. Особенно в Москве, потому что Москва такая большая. Давно видел Крестника, правда, что Алена беременна. Да, Алена беременна, они вообще находятся во Владивостоке, и Крестник... Алена здесь уже. А, уже приехала? Да, она к нам приедет. Вот, Алена к нам в гости скоро приедет. А так они долгое время были во Владивостоке, и Богдаша тоже. А Богдаша тоже приехал? Нет, почему? А Богдаша осталась, вот, Богдаша в Владивостоке. Поэтому пока вот не виделись. Так. Как вам отношусь к воссоединению Алены и Ильи? Друзья, ну, это дело их личное, то есть... Те, кто там против, возмущены, ну слушайте, у каждого есть свои какие-то проблемы, и если может посмотреть на многие ситуации людей, которые живут вокруг, там еще хуже может быть. Ну, главное, чтобы были чувства, и может быть со временем будет идиллия, и все круто, может им не нужна эта идиллия, когда там все гладко, спокойно, может им нравятся эти эмоции. То есть я за то, чтобы люди были счастливы, и все было хорошо. Так. Вопрос, извините, если не успеваю отвечать. Леша, вы можете иногда покушать на ночь? Я считаю, что на ночь ложиться спать голодным вообще нельзя. То есть вы ложитесь раздраженные, злые, тяжело заснуть. Это стресс тоже для организма. Нужно просто правильную пищу кушать, там, допустим, за минут 40, там, час, ну, за 30 минут до сна. Там, скушать, допустим, не знаю, зеленое яблоко. Скушать там творожочек какой-то, кефир, например. То есть какой-то легкий перекус, который позволит вам утолить голод и не быть злыми, раздраженными перед сном. Вот. Как отношусь к Ольге Бузовой? Хорошо, уважительно отношусь. Считаю, Оля молодец в том плане, что сама своим трудом, упорством добивается успеха. Много трудится. То есть я видел, как она, не знаю, репетирует, какой у нее график. То есть в этом плане большая-большая молодец. И знаю я ее с хорошей стороны. Может, там кто-то с ней не дружит, не знаю. Мы с ней находили всегда общий язык. И у меня она как женщина вызывает восхищение, потому что молодец. Все сделала сама. Алкоголь. Не рекомендую алкоголь. За исключением, если прям очень хотите, можно выпить, там, не знаю, сухое красное, либо сухое белое, потому что там содержание сахара
невысокая. Можно бокал пива, но это все должно быть в маленьких, в небольших количествах. Просто почему минус алкоголя, что он в целом, допустим, другой, ну, весь алкоголь, он калорийный, и люди, когда выпивают, они начинают пить его много, пьянеют, потом еще, а потом еще начинают подъедать и немножко себя не контролируют. То есть это большой минус. Так, Майя, привет, я уже хорошо. Майя, привет, она у меня прелесть. Я понял вас. Можете Майя написать. Маюша, я так же. Она прелесть, да. То есть вот есть просто, как я понимаю, это... Нет, это кто-то мне другой писал. В общем, ладно. Ты мне, Маюша, не, честно сказать, без какого-то там юмора, сарказма, Маюша большая молодец, потому что она сама пришла к тому, что ей нужно перейти там на более полезное питание. Она захотела сама заниматься там спортом. Это не означает, что нужно прям вот такой худой ходить. Спорт – это можно просто классно выглядеть, подтянуть свое тело, мышцы, там попочку, там, не знаю, животик. Правильно кушать – это вообще здоровье. То есть она сама к этому пришла, и это круто. Я реально ей горжусь, что уже сколько? В понедельник будет 3 недели. То есть в понедельник будет сегодня четверг, ну вот уже скоро. То есть скоро будет 3 недели, как Маюша на правильном питании, занимается спортом. То есть она прям потихонечку вошла в этот режим. И я вообще ей абсолютно доволен. Молодец. Так. Не дружит с Бузовой только завистники и ведущие Дом-2 во главе с Давой. Не знаю. Я за это не могу сказать, кто там с ней дружит, кто не дружит. Я сказал свое мнение к ней. У меня мнение к ней хорошее. В гости на проект пока не собираемся. Поэтому так. Нет, Маюша не принимает алкоголь. Когда за детьми? Когда будет, тогда будет. Интересный вопрос. Вот этих каких-то странных людей. Мы убираем. Камеру мне надо пробежать. Она хочет куда-то пробежать. Давай, перекрываю камеру. Маюша, она за одеждой голенькая побежала. Хоп, я тут. Все, все, меня не видно. Так. В общем, друзья, все, буду я отключаться. Маюша сейчас собирается на квест. Я прикрываю, потому что она одевается. Я поеду к стоматологу, у меня запись вот буквально в 19:15, еще нужно доехать. Поеду к стоматологу. Всем вам желаю заряда бодрости, позитива. Занимайтесь собой, любите себя, свое тело, правильное питание, физические нагрузки. И все будет круто. Все, всех люблю, спасибо за ваше внимание. Стараюсь читать все ваши сообщения, вопросы. Если на чьи-то вопросы не ответил, не обижайтесь. Ура! Ура! Да, если вдруг какие-то вопросы есть там по фитнес-книге, по видеотренировкам, можете написать мне в личные сообщения. Все, всем пока-пока, всем хорошего дня, хорошего вечера.